В Элисте открыли памятник культовому советскому рок-музыканту и лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Монумент расположен в центре степной столицы и стал подарком элистинских предпринимателей-меценатов, являющихся большими поклонниками творчества Виктора Цоя. Торжественную церемонию открытия памятника кумиру миллионов посетил глава региона Бату Хасиков, который поздравил всех присутствующих с таким знаковым событием. Давайте сделаем так, чтобы это место, а мы его еще продолжим облагораживать, здесь будет очень красиво. Сделаем так, чтобы это место было федерального значения. Не только республиканского, а именно федерального значения. Чтобы сюда приезжали гости, чтобы они считали важным для себя обязательно сфотографироваться на фоне памятника Виктора Робертовича и сыграть на гитаре одну из его песен. Цой пришел в наш город. 10 лет он шел, были согласования, долго работали над памятником. Все это произошло, я думаю, мечта наша, мечта ваша осуществилась. Большое спасибо главе республики Бату Сергеевичу Хасикову о том, что содействовал, помог нам в установлении памятника Виктору Цою. Это действительно помощь. Самое главное, это место было не просто выбрано, а мы выбирали долго. Смотрели, действительно, как для дома. Было много между этими годами предложений установить памятник в другом городе. Но мое решение о том, что памятник должен стоять именно дома, в Элисте нашей родной Калмыкии. Я думаю, это самое главное. Это пусть это будет маленькая песчинка, но зато от души. Всем спасибо. Цой жив. Стоит отметить, что время открытия памятника было выбрано далеко не случайно. Именно в этом году поклонники культового музыканта празднуют 60-летие со дня рождения Цоя. Помимо этого, в день открытия памятника состоялся концерт местных рок-групп, которые исполнили песни артиста. А свое признание и восхищение его фигурой выразили жители Элисты. Все эти стили, которые он начинал, они до сих пор актуальны в мире и в России. Постпанк, нью вейв. И сам по себе, как фигура, да, он олицетворяет... Все вот это чувство такого хорошего, молодежного, такого бунтарского духа. Мы были уверены, что такой памятник должен появиться в Элисте, потому что Элиста сейчас становится такой жемчужинкой на юге России, потому что, во-первых, у нас на юге России единственная буддийская республика и самый большой буддийский храм, да, и, конечно же, посещая такие знаковые места для республики, несомненно, я думаю, памятник Виктору Цою будет являться такой вот яркой страничкой в их воспоминаниях. Я думаю, что мы как музыканты обязаны были отдать дань уважения ему, да, и исполнить что-то в честь него. Я надеюсь, что этот памятник станет, как говорится, к нему не зарастет народная тропа, да, и люди будут здесь приезжать, посещать наш город, нашу республику, просто ради того, чтобы даже посмотреть на памятник Виктора Цоя.